Настоящее крабовое мясо, несколько видов красной икры, ценных пород, оленина. Всего более сотни наименований было представлено на выставке «Анапа – самое яркое солнце России». Предприятие фермерских деликатесов «Дары Камчатки» уже известно по всей стране, но в этом мероприятии они участвуют впервые. На российском рынке продукция фермерских деликатесов более 10 лет, но в основном они работали в центральной части страны. Теперь взяли курс на южное направление. Ассортимент разнообразен. Бажоле из оленины, хамон из кабана, бастурма на гранате, маринованное мясо страуса и многое другое. Но, пожалуй, самые востребованные деликатесы – это рыба и морепродукты. Также у нас есть рыба таймыра, это нельма, омуль, муксун. Это очень редкая рыба, мы получаем ее непосредственно с таймыра. Рыба долетает до нас на самолете, то есть с пыла жара, она сегодня прилетела к нам. Возле стенда с продукцией сразу после открытия выставки выстроилась целая очередь. Дегустация любого продукта проходила абсолютно бесплатно. Поэтому мало кто ушел без покупки, ведь подобные деликатесы в Анапе можно приобрести только у фермерских деликатесов. Ассортимент богатый, даже слов нету. Очень даже хорошо, что они сюда приехали. Как бы выбор большой. Сегодня познакомились, вот и приобрели, уже и попробовали, и пришла второй раз покупать. Более подробно познакомиться с продукцией «Даров Камчатки» можно по адресу: город-курорт Анапа, улица Объездная, 1, магазин «Фермерские деликатесы».